Около 3000 нарушений в прошлом году обнаружили газовики в домах и квартирах жителей области. Из-за участившихся случаев утечки и отравления бытовым газом специалисты решили напомнить простые правила безопасности. За общедомовым оборудованием следить обязана управляющая компания. Самостоятельно, если на то есть лицензия, или при помощи газовой службы дважды в год проводить проверки. За исправность оборудования внутри квартиры ответственность несет собственник. 3757 проверок, из которых было выявлено 2840 нарушений. То есть сюда также входит и так называемые перепланировки, которые в своей части они незаконны. То есть зачастую просто люди замуровывают вентканалы. Это просто, я не знаю, либо строители неквалифицированные, либо это с каким-то умыслом может. Пускать в дом газовиков во время ежегодного осмотра, сообщать в жилинспекцию в случае обнаружения у соседей незаконно сделанной перепланировки и просто-напросто проветривать помещение. Набор простых правил, которые смогут помочь избежать несчастного случая. Ставят хорошие двери, которые не пропускают ничего. А дома старые постройки, они были как раз и рассчитаны на то, чтобы были хотя бы какие-то сквозняки. А когда мы ставим вот эти пластиковые окна и жестко закрываем двери, просто-напросто воздуху не откуда брать, и возникает обратная тяга. Как раз и получается, люди задыхаются угарным газом.